Ни карманная Нева, ни походный телевизор, ни корабли, уходящие в космос, не обходятся без миниатюрных и сложнейших приборов, транзисторов. Привередливые кристаллики очень чувствительны, и мельчайшие пылинки для них как горошина для принцессы. Труд ювелирный, требующий огромного напряжения и тонкого изящества. Большинство рабочих новгородского завода полупроводниковых приборов – комсомольцы. Недавно они получили на вечное хранение знамя Центрального комитета комсомола.